Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold, какао, бобы и черника, молочный шоколад. А здесь видна вот она черника, маленькие кусочки есть, какао, бобы, наверное, тут где-то есть. Особая серия. Конфетка очень красивая, покупала ее в районе 50 рублей. Вот, но здесь всего 85 грамм, то есть не 100, как везде, или 90, а 85 уже меньше. То есть вы покупаете, думая, что здесь 100 грамм всего за 50 рублей, а нет. Вот, а фотографии на состав будут в конце ролика, как у нас обычно это бывает. Здесь вот тоже будет углеводы, белки, и давайте ее попробуем. Посмотрим, какая же она там у нас внутри. Аромат обалденный, черникой пахнет. Вообще супер. Так, здесь мы видим маленькие кусочки такие. Ну, не кусочки, а как точечки. Наверное, это черника. Вот так она выглядит у нас с этой стороны. Здесь нарисована улыбка, солнышко с этой стороны. Здесь улыбнись написано посерединочке, а тут остальное Alpen Gold. Да, видны какие-то маленькие кусочки тут, черненькие точки какие-то. И давайте ее попробуем. Опа. Так, а вот сразу кусочек попался маленький. Здесь не видно. Здесь тоже виден один кусочек. Так, давайте попробуем вот эту с кусочком. Довольно вкусно. А, немножко приторно-сладенькое. Ощущаются действительно какие-то суховатые кусочки. А, похоже, наверное, на чернику. Я думаю, это и должна быть черника. Как бывает, вот конфетка с изюмом. Вот примерно так же. И также ощущаются какие-то мелкие крошки. Как крошки хлеба, от сухарей, вот какие-то крошки. Не знаю, видимо, это какао-баб, может быть. Такой вот, с крошками. По вкусу, да, в принципе, остается после вкуса черники. А в этом кусочке прям было очень много кусочков черники. Попробуем здесь. Ну, здесь тоже, в принципе, вот они видны немножко. Или, может, тут? Вот тут, наверное, поменьше. Да, в принципе, в каждой маленькой плиточке довольно много черники. Очень-очень-очень вкусно. Прям, знаете, вот именно вот шоколад с черникой. Это вот что-то особенное, что-то какое-то, знаете, что-то новое, какое-то другое. Вот. В принципе, я не особо покупаю конфеты с начинкой. Именно вот шоколадки с начинкой не очень люблю. Поэтому, видимо, для меня это что-то необычное, что-то новенькое. Ну вот они, в принципе, вот они здесь есть. Каждой плиточки прям вот довольно много. Мне понравилось, я рекомендую. В принципе, такую шоколадку можно купить, допустим, подарить кому-то. Самому съесть. Вот. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, мои влоги, кулинарные рецепты. Вот в влогах, как мы отдыхаем с сынком, как мы с ним гуляем, развлекаемся. Моему сынку год и 10. И также много-много интересного. Также можете написать в комментариях, чего не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю ваше предложение. Вот, обязательно подумаю. И всем пока-пока.